Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня мы играем в криминалочку на серверный ролеплей, 4-й сервер. Мой ник здесь легенда Подбуль, не забывайте вводить мой ник при регистрации, и также специально для подписчиков есть промокод, пишите МН, потом выбирайте 10-й пункт промокод и пишите вот такой промокод, KGAME, как только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч, поэтому обязательно вводите мой промокод. Ну что ж, пацаны, сегодня мы будем работать таксистом. Да, обратно, пацаны, блять, Бумди, бомжо, у которого есть квартира, гараж, Феррари и мотоцикл. И скин за 200 тысяч. Вот как так могло произойти, пацаны? Вот как, потерять просто все бабки? Ну, как бы я их потратил, но у меня были до этого деньги. То в казино проебал, то еще что-то. Ну, короче, да, пацаны, бывает. Я пробовал инкассатором работать, но, к сожалению, там нужен напарник. Поэтому я не смог им поработать. А рыболов не интересен, потому что нужны лицензии. Дальнобойщики ездил, херня полная. Автомеханик, херня тоже. Работник дорожный суд. Службы. Посмотрим, может быть, в следующей серии. А вот таксистам было бы интересно поездить, потому что, ну, это, во-первых, на машине это будет более, знаете, интереснее. Может будет пошашковать там, блядь, бочком прозывать на таксишке и так далее. Все, как едут до таксопарка, мы уже продолжим. Короче, я приехал за такси, но их здесь нету. Прям две последние тачки при мне забрали. И, к сожалению, не смог ее взять. Я спросил админов, где еще можно взять. Они написали, типа, на вокзалах. Но я ездил на вокзал, который еще один есть в Арзамасе, там нету. Скорее всего, нужно ехать в новый Арзамас. Ну, я его так называю. Это тот Арзамас, что находится вот где-то здесь. Но, блин, не особо бензина много. И я тоже не думаю, что там есть таксишки. Поэтому я пока что постою здесь, там, по караулю и так далее. Может быть, появится какая-то тачка. Если нет, то уже придется ехать туда. Опа, таксишка появилась. Так, отлично. Теперь садимся, да, арендовал. 50 рублей. И что ты делаешь, Вася? Вышел с тачки, нах. Вот уебок просто. Он тачку себе забрал. Ты слышишь, дядя? Это моя тачка, ёпта. Ты не попутал берега? Фу, хожу, здесь еще одна тачка появилась, поэтому пусть он идет нахрен просто. Так, да, лог 2 просто закрыть. Или как он там ее закрыл? Лог 3. Придумайте название для вашего такси максимум. Так, давайте дешевое такси сделаем просто название. Дешевое такси. Так, 50 рублей поставим, все, отлично. Можно ехать, я думаю, все заебись. Так, вот такая у нас рыношка. В принципе, это Логан вроде бы. Да, это Логан. Кстати, этот Логан не нравится. До этого Логаны какие-то не очень были. Ну ладно, в принципе, неважно, поехали работать. Надеюсь, нам будут вызовы там приходить и так далее. Давайте, не знаю, на вокзал их поездим. Либо еще где-то. 50 рублей, я думаю, нормальная цена. Тем более, еще таксишки поехали. Их довольно-таки много ездит, кстати, по серверу. Поэтому конкуренция есть, пацаны. Так, я принял вызов, это уже хорошо. Хорошо, это значит, что бабосики уже прям пахнет бабосами, пацаны, потому что я вызов принял быстрее всех. Я так понял, типа Батырева, Бырея, а, Бырея он написал, окей. Так, здесь у нас красный, давайте посмотрим, где он находится. Бырей этот у нас дружочек, так, он находится у нас в Гореле аж, ни хрена себе. Ну ладно, сейчас поедем, чё, сейчас быстренько доедем. Вон еще один какой-то вызов принял, давайте, может, тут 73 напишем, а ну ту 73, да, я хочу отменить. Все, СТО будет поближе, тем более. СТО это у нас где? Чтобы не так далеко ехать. Во, СТО будет поближе, все отлично. Этот чувак пусть что-то другого принимает. Пацаны, это просто пиздец, реально, какая-то черная полоса. Во-первых, у меня завис комп, я его перезагрузил, и пол видео не записалось, то есть не восстановилось. Я типа нажал бандикам, там было восстановить запись, я нажал да, и пол видео не восстановилось. Что там было, пацаны? Я выбрал другого клиента, доехал к нему, потом подождал в банке, вышел, хотел хильнуться, потому что хп мало было. И, короче, тачка пропала. Потом мы с этим клиентом бежали обратно до вокзала, я арендовал такси, довез его до Лыткарина. Отвез, только приехали, и у меня просто-напросто свернулась игра. Я пытался открыть, ни хрена. Потом завис комп, я его перезагрузил. Потом включил, пытался восстановить запись, восстановилась не полностью. Просто неудачник, понимаете? И вот я перезашел, я появился в больничке какого-то хрена. Скорее всего, из-за того, что мне было мало хп, но я не умер. Я это помню, я не умер. Просто у меня зависло. Просто, пацаны, реально таксист, неудачник. Я, наверное, так серию, пацаны, и назову. Все, я сейчас хилюсь, попробуем еще немножко поработать. Короче, чуваки, я жду уже около 10 минут, да, появляется тачка, тут за них такая борьба жесткая, что хрен ее заберешь у кого-то, потому что нужно сразу садиться и закрывать ее. По-другому просто никак ее не словить. Я немножко денег заработал, но, скорее всего, они придут после Payday'а. Ну а так, пацаны, всем спасибо за просмотр. В принципе, таксист-неудачник сегодня я, так сказать, и поэтому это очень печально. Но, пацаны, что смог, в принципе, то показал. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу, все ссылки будут в описании. Вводите мой промокод и всем пока-пока.